Че, готов? Да изи. Ну это такие страдания просто. Не то чтобы прям вау. Прям ловился прям. У него брюхо там, где все, чтоб все тики урона остановить. Кира, 25 физдамага. 210 градусов. 210. Да, это больше, чем 108. Это типа вообще... Ты снес летучих мышей. Просто сдуло же мухов. Да, надо будет прошарить. Бутылку ебать. Добрался и не заметил. О, жмыхи. Вылезли такие. Золотишко хотели захапать твое. Жмыхи канализационные. Супер медленно, типа. Нет, жмыхи. Я нашел тебе мандаринку. Сам ешь. Да не, я отрегенюсь, у меня реген нормальный такой. Пойдем отсюда. Сейчас за угол. Хана вообще. Это я умер. Или ты? Это я. Да? Это я, у меня прилетело копье просто. Killed by чайка. Где-то я опять могу убить. Да можешь, че ты. Чувствуешь? Сложность, да? Как тебе? Я на паладине, между прочим. Ты прям розовый паладин. Вот так вот. Ай, боже. Гля, я с розовым паладином. Да. Во, что это за жмухьёвина? Это мат или нет? Были комбо и без этих сфер. Я не знаю, что... Может, усиление комбо, я без понятия. Руда. По заказу. Да-да. У меня син через вампирку собран. Он дамажит и... Ну, как из Диабло 2, короче. Дамажит и вампирится. Син из Плэй. Да. Бафать парана, просто на вампирик. Да, вар такой кастетами. Под вспышкой адской 5-0 такой. Да, там такой выкинул, шел. Я помню, были проблемы с ромом, да я не знал, что делать, они чили говорят, там взять ножи на себя. Как хуйню, на дебаф. Чтобы с огня больше дамажит. Я говорю, у меня огня, у него урона нет. Добавится. У него брал, типа, эту стоялку и все, бля, больше ничего на него никогда не брал. У меня там слово истины стояло, чтобы бегать 15 метров в секунду, все. Да, ускорял. Я просто не помню название. А потом добавили вару стан, который не снимается ничем. Типа и вешается на другой стан. Я такой посмотрел, думаю, ну вот что-то там, блин, замудрили уже. Не, ну прикольно, да, но... И типа, и все это вот, короче, у них там как-то через задницу что-то они там делали, ну, в общем, так вот все и получилось. Через задницу. Жадные, потому что были. По верхе, наверное, лет 9 было, я сидел, качался, проклятый, просто сидел и... Тогда... Что, вара до 103 уровня догнал. Это так долго было. У меня на это ушло несколько лет. Серьезно, вот прям без шуток. Появится город слез неба, и вот там начинается самое-самое задротство. Только начинается. А я помню, я прям зависал там вообще конкретно. У меня прога была, которая летала все эти квесты. Я там, знаешь, типа, просыпался. До сих пор есть. Я уперся в стену, ты видел? Да, видел. Боже, ну как можно было упереться там в стену? Можешь проходить, я подержу. Дальше идем. А, ладно. Короче, я думал, у меня залагало, ну и не положилось с карты деньги, и я два раза забил деньги.
Такая сериф. Ну да. Ничего, готов? Нет! Я согласен. Да. Ханна. Больно. А, как же сложно палочем-то. Ну, типа этого уровня. Ох. Что так больно-то? Нет. Жмыхи. О, на тебя пошел. Нет, вернись. О, нет. О, май гад. Черт. Ну, это... Я могу зайти быстренько там ассасином, мы можем пробежать, типа, быстренько и собрать руды. Читаю описание скиллов. Щит 5. Блокирует большинство снарядов в радиусе 210 градусов. И имеет 25% шанс заблокировать 25 физдамага. 210 градусов. Да, это больше, чем 180. Это, типа, вообще, ну, еще за спиной даже блочит. Да, это только ты можешь спиной опереться об стену, и тебе не будет ничего бить. Меч имеет шанс 25% застанить врагов на 2,5 секунды, просто при автоатаке. Какой Абанахару, кидаешь на ШД, чувак первый стоит. Каждый удар мечом добавляет 1 единицу магического урона ко всем скиллам паладина. Стакается до 24 раз. Нужны другие классы. Тут еще хил, короче, есть. Ну, в общем, тут нормально все. Тебя не бесит насекомые в этой игре? Не, тут нет. Тут хоть они типа личинки противные, тут вообще нормально. Не знаю, у меня какое-то особое восприятие. Не то, что пауки в Майнкрафте. Кстати, мимас, который ты скидывал, он прям да, прям вот, прям да. Фильмы ужасов, вообще фигня. Звуки в пещере в Майнкрафте, просто хана. Серьезно, вот прям так и есть, жиза. Я думал, что тебе зайдет. О, кирка. Торговцев, иду фармить руду через кирку. Полезная штука. Ну, типа, поднимаешь 10 руды, плюс 5 в подарок идет, короче. Акция. Там есть, типа, напитки. Бухлишка, оно дает какие-то статы и забирает статы. Классно. Есть, короче, тоже плюс дамаг. И... Но при этом ты, короче, там кнопки движения меняются местами. Типа, ты жмешь вперед и идешь там в бок. И они причем меняются там типа раз в 5 секунд рандомно. Понял? Да, там вообще такой вынос мозга просто. Ну типа, если очень надо, то можно с ним играть, потому что там дамаг увеличивается, просто хана. Ну это такие страдания, да, просто. Как бухой ходишь. Просто это... Реализм зашкаливает. Да. Видишь, тут жмых глаза на стене. Это не там, ну, не двойник за... Ага, вижу. Моргают. Жмыхи выползли канализационные. Это же все вы повторяете, это снова жмых, боже. Тебе что, не нравится? Я же просто чересчур много, там столько людей этого жмых. Так где же мы что-то был? Типа поспать, наверное. Да. Кнопка, которая там сливается с текстурами, иногда она там закрыта вот этой зеленью, которая на стенах растет. Надо найти там на всей карте, она типа на всем этаже одна. Находишь, двери открываются. Рой Бедрил приближается. А, это жирные жмыхи. Блин, уходи, уходи. Ох, она. Нет.
Да. Однако, здравствуйте. Босс отагрился. Более-менее повезло еще. Так, ладно, это был такой себе ход с моей стороны. Еще один босс такой, прикинь. Ох, она... Как вспышек больше, нет? Не, ну, это да, но... Типа... Не то, чтобы прям вау. Ой. Прям вломился прям в его брюхо, там, где все, чтобы все тики урона остановить. Да я думал наоборот, я, короче, думал, отшифтнусь в обратную сторону, ну ты понял. Да, тики пойму. Такой лицом влетаешь, такой, здорово. Пословил маслину. Так, что там у кузнеца есть? Ребята из жмых контроля приходили. Сказали, что если не подписаться на канал, не поставить лайк и не нажать на колокольчик, то за вами придут злобные жмыхи, и лучше вам не знать, что они с вами сделают.